два дня назад, а именно 23 марта, был открыт отреставрированный вход в станцию метро Левобережная, которая находится возле Международного выставочного центра. Напомню, что именно на эту станцию метро будут приезжать все туристы и гости столицы. Сегодня в этом видео мне бы хотелось вам показать окончательный вариант и показать, как выглядит станция сегодня.